Перед началом данного видеоролика хочу вам порекомендовать очень крутой сервер под названием City Ember. Ребята, это проект моего хорошего друга, которого я знаю лично. Этот проект сделан очень хорошо, очень годно. И скажу так, ребята, я сам время от времени на нем играю, поэтому заходите и играйте вместе со мной. IP и порт есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня у меня очень хорошие новости, потому что мой хороший друг, которого зовут Илья, и если вы, ребята, помните, то он в прошлом видео мне проиграл 1000 рублей, а также он является создателем проекта City Ember. И, ребята, именно он мне посоветовал очень хороший способ, как можно получить на халяву керамбит, и он сказал, что он сам его получил. Если что, вы все можете со мной повторять, чтобы вы тоже получили на халяву керамбит. Мы нажимаем «Играть», «Создать сервер», «Дальше». Так, тут мы выбираем «Зомби выживания», «Дальше». А ну-ка, сейчас подождите, посмотрю, какая там карта. Так, ага, карта у нас «Плейграунд». Дальше, давайте мы поставим пароль, чтобы к нам никто не зашел. 1-2-1-2. И, ребята, мы создаем наш сервер. Ну что, ребята, я готов получать керамбит, я уже появился, все нормально. Такс, мне необходимо найти то здание. Да, вот это здание большое, с клеткой сверху. И, ребята, да будет халявный керамбит. А ну-ка, попадусь с первого раза или нет? Вот, блин, немножко промахнулся. Так, попыточка номер два. Блин, и что, развод какой-то? Илюх, не дай бог ты меня развел, то еще 1000 рублей отдашь. О май гэри был Джоман! Ребята, халявный керамбит! Так, теперь вопрос, как его взять. Так. Или подождите. Ой, лол. Это мне кажется, или это, блин, просто текстурки? А ну-ка, я хоть могу убить этого NPC? Давайте поменяю оружие. Лол. Блин, ребят, я не знаю, или это меня развел Илюха, что вполне вероятно, или я просто чего-то не знаю. Ребята, кто в теме, пожалуйста, напишите мне в комментарии, что не так. Потому что вот я подошел, он говорил, мол, просто подходишь, и все, берешь керамбит, и он твой. Но, ребята, скорее всего, он меня или развел, или я что-то делаю неправильно. Поэтому, если вы знаете, то обязательно напишите мне в комментарии. Потому что мне так что-то кажется, что Илюха меня развел за 1000 рублей, которые он мне отдал. Хотя, ребят, хз даже. Ну что, мои уважаемые подписчики, с вами был ваш Кент АПК. Если вы впервые на моем канале, то обязательно подпишитесь, потому что только на моем канале вы найдете много трэша, много веселья и много видео по Блэкстрайку. Ребята, мне нужен именно ваш лайк и ваша подписочка. Также напишите в комментариях, что не так, если вы знаете, конечно. С вами был ваш Кент, всем удачи и всем пока.